Владимирский парк обработали от клещей. В работе используют только сертифицированные средства. Срок их действия от 1,5 до 3 месяцев. В работе задействовали 1 пушку с горячим туманом и 3 автомакса. Различие оборудования лишь в площади обрабатываемой поверхности. Готовится раствор, заливается вот у нас генератор, автомаксы, и путем распыления происходит обработка. Но мы выбираем специально подобранные препараты, которые малотоксичны и высокоэффективны, профессиональные препараты. Применяемые при такой противоклещевой обработке химические вещества безвредны для жизни и здоровья людей. Но в день дезинфекции особые правила. Пока зону обрабатывают, в парк заходить не рекомендуется. Для того, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности, дезинфекцию от вредоносных насекомых проводят 2 раза в год – весной и осенью. 790 гектаров земли обработают по всему региону. Это парки, скверы, детские площадки, лагеря, турбазы и пришкольные территории. Мы ведь делаем еще после обработки акарицидной, мы делаем контроль эффективности проведенных мероприятий. Ну, да. То есть выходим на 3-й, 5-й день с флагом и смотрим, сколько клещей на флаге. Если 3 клеща, например, то мы уже повторную обработку не делаем. По словам руководителя организации дезинфектора, 100% результата сегодня не дает ни одно средство. И шанс подцепить кровососа есть и у человека, и у домашнего питомца. Поэтому ульяновцам важно помнить про индивидуальную защиту, использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулки. С начала года в Ульяновской области уже зафиксировано 37 случаев присасывания клещей. Инфекционных заболеваний, связанных с укусами насекомых, не зарегистрировано. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.